Около 2 тонн сыра задержали белгородские таможенники вблизи государственной границы. Сотрудники оперативно-розыскного отдела белгородской таможни в одном из приграничных районов области проследили движение автомобиля УАЗ от границы на территорию России. Грузовой отсек транспортного средства был забит картонными коробами с различными санкционными сырами элитных сортов. На некоторых упаковках страной-производителем значилась Германия, но на большей части коробок маркировка отсутствовала. Перевозчик, гражданин России, житель Шебекинского района, пояснил, что данный товар он вез для дальнейшей реализации. Будет проведена комплексная экспертиза товара, которая установит происхождение продукта и его безопасность. Но уже очевидно, что сыр перевозился и хранился в условиях, не соответствующих требованиям, и не мог быть безопасным для потребителя. По данному факту возбуждено административное дело по 16.1 КУАП Российской Федерации. Также проводится дальнейшая проверка, оперативно-розыскные мероприятия по установлению конечного получателя данного продукта.